22 год, 8 апреля. Ну, поехали, послушаем, что он тут нам приготовил. Люди всегда готовы дать свою любовь кому-нибудь, кто этого нужен. Так случилось со мной, так случилось с тобой. Будь терпимее к ним. И знай, быть добрым всегда самый беспроигрышный вариант. Ready, chop it, mix it, flavor it. Bitch, I get it on my mind. Smoke it, roll it, taste it, bang it. Bitch, I can't get even high. You can get waiting, I'm flexing. Bitch, I'm on my demon time. You notice my flow was extending. I grabbing shit on my crime. Сломанный ублюдок тот, кем мне никогда не стать. Карманы жжет купюры, стоило мне лишь начать. Словно Боинг, сука, манера создан, чтоб летать. Мне не тянули руку, я сам научился сиять. Ready, chop it, mix it, flavor. Тот вариант, когда за минуту 49 вместил все, что нужно, и без лишняка. Кто бы мог подумать, она жюри точно влюблена. Тупит, но вроде не дура, она запрыгнет со мной в бумер. Я видел это 1000 раз, 2000 слез и 1000 глаз. Манера блэст, топлю на газ, ты знаешь, что скажу сейчас. Грэнди чоппи, мисси флэви, бич, I get it on my mind. Smoke it, roll it, taste it, bang it, bitch, I can't get even high. You can't get waiting, I'm flexing, bitch, I'm on my demon time. You notice my flow is extending, I grab my shit on my crime. Слушайте, крутяк, я вам хочу сказать. Крутяк, так, сейчас, секунду, господи, позвонок. Очень по мне, как я бы даже не сказала, что это прям, если бы не было здесь русского, так скажем, русского. Так, вот так. Если бы не было, грубо говоря, сейчас, твои же маков. Я болен, но мне не нужен рецепт. То, что могло бы мне на 100% помочь, не продаст ни один фармацевт. Сейчас звук пока уберу, простите, простите. Если бы, в общем, немножко, да, отступление сделаю по треку. Если бы, грубо говоря, не было, какой раз пытаюсь повторить, вставок на русском языке, я и вот, ну, как бы, и того предисловия, что мы прочитали про артиста, я бы, мне кажется, даже никогда бы, ну, не то, что никогда бы, я бы не предположила, что это русский артист. Тот как раз вообще четкий вариант, когда удивительно, но факт, за минуту 49 вместилось, ну, как скажем, в смысле вместилось, полноценный трек. Два куплета, припев, причем за двойным повтором между куплетами. Эпичная пауза перед припевом последним, да, завершающим. Еще интрушку он такой ставит. Люди всегда готовы дать свою любовь кому-нибудь. Кто этого заслужит? Так случилось со мной, так и случится с тобой. Будь терпимее к людям и знай. Быть добрым всегда самый беспроигрышный вариант. Йоу. Не знаю, слушайте, мне вообще вот прям... Где тут флексин? Вот прям флексить так и хочется. Как по мне, не знаю. Конечно, как по вам, но мне прям четко понравилось. Словно ублюдок тот, кем мне никогда не стать. Бедный. Манера говорит, что он больше никогда не станет бедным. Ага, вон. То есть... Игра слов такая, да? Карманы жрут купюры, стоило мне лишь начать. Словно Боинг манеры созданы, чтоб летать. Ну, понятно. Мне не тянули руку, я сам научился сиять. То типа, ну, как бы я вот поднялся за счет того, что никому ничего. То есть, ну, никто не помогал, грубо говоря, да? Никто не помогал. Как вот это? Измельчи, нарежь, смешай, смешай. Понимаю, это кури, катай, пробуй. В своем демоническом времени, знаешь, что мы поток расширяется, хватаю вступление. Ага.
Чтобы подумать, а Лин 78 глубина, тупит на уроде не дури, запрыгает со мной бумер, делает это еще раз. Ведет себя по-детски перед манерой. Ой, я обожаю, конечно, гению за вот это вот описание. Просто... Да. Слушайте, мне понравилось. И мне понравилось даже так, я что даже мне прям захотелось добавить. Для первого трека, впервые мы слушаем как бы этого исполнителя. Мне прям чётенько, хочу сказать. Ой, привет, 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 кто приходит к нам. Салют, снова главную мысль, как по традиции. Я говорю в самом начале треки этими словами. Вам понравилось, потом просто мы говорим, центр, тенс, фактически идентичная история ажиотажа публики, светлый. Надеюсь, что мое творчество не только в настроении вам, научит поднимать его другим. Чем сопровождался релиз трека? Тик-ток, тик-ток. Ну, понятно. Ой, не знаю. Прям крутецкий. Прям такой. А-ля, ну не четкий 100%, но какой-то такой гангста. Рэп. Кажется, да, мать. Слетел с катушек, да? Вот, так что как-то так я вам хочу сказать. А что по оценочке? Ну, слушайте. Меня удивила длительность. Обычно, то есть, вот, ну... Не, я согласна, не все как бы рэперы заморачиваются там на звучании. Ой, господи, не то, что не звучание, а на длительности. То есть, ну, как бы, в основном там, ну, плюс-минус 2:15, может быть, длительность трека. Ну, минут 49, по-моему, такое как-то первый раз так было. Поэтому. Не сильно то, что замысловато по тексту, как-то замудренности никакой нет, да. Ну, такое интересное, кстати, с одной стороны. Не про какую-то, знаете, жижу темную. Сторону там. Я тебя собью, что-то такое вот. А он наоборот про то, что добро, правильно, равнует миром, и все будет. Вот. Ну, как-то в целом мне понравилось. Не знаю. Так, семерочку. Выставьте. Всем, кто шел, пока. Всем, кто пришел, привет, всем, кто шел, пока.